только самые крутые и самые быстрые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Я приветствую всех и каждого в игрушке под названием Tower Run. Наша задача — играть за вот эту девушку и запрыгивать на других людей. И таким способом мы будем бегать просто тупо огромные, друзья, башней. И что же, давайте тогда приступать. Опа-на, смотрите, сразу же попал, очень даже хорошо. И в итоге получается, мы вот таким способом потихонечку накапливаем нашу башенку. Тут самое главное, друзья, очень-очень хорошо попасть в тайминг тогда, когда у нас имеется вот эта штучка. Опа-на, вот сейчас я, допустим, хорошо попал, еще разочек, замечательно, и в принципе вот таким способом мы реально накапливаем наших людишек. И пока что, друзья, у меня, наверное, рекорд вот такой максимальный, да, в принципе, довольно-таки неплохо. А также смотрите, что я еще заметил, да тут у нас есть в конце вот такой бонус, то есть в принципе эта игрушка очень сильно похожа на Куб-серф, где мы в тот раз тоже, друзья, с вами бегали, только вместо людишек мы копили кубики, и тоже у нас получалась такая большая башенка. О, кстати, стоп, я только сейчас заметил, что можно перепрыгивать еще наши штуки. То есть, в принципе, я в тот раз потерял нескольких персонажей, а тут я, смотрите, опа, прыгаю и вообще ни одного не теряю. То есть это реально, друзья, очень и очень даже хорошо. Во, тут нас сразу же трое. И теперь вот так я еще беру, прыгаю и сразу же экономлю одного персонажа. То есть, в принципе, это реально очень выгодно. И что ж, смотрите, наша девушка танцует, а мы в итоге подняли очень и очень даже много денег. А что мы можем купить, интересно? Смотрите, за 100 баксов мы можем что-то купить. Давайте тогда сейчас посмотрим, что нам выпадет интересненького. И это вот такая какая-то непонятная женщина. Так, а что у нас тут имеется? Ага, тут у нас мужские персонажи. Давайте мы тогда сейчас тоже какой-нибудь паренька тогда выберем, раз мы играли за женщину, теперь будем, естественно, играть за паренька. И тоже в следующий раз откроем какого-нибудь нового персонажа именно за паренька, потому что там у нас какие-то скелеты есть, еще что-то в этом духе. Но я думаю, за ту предыдущую женщину, которая у нас сейчас выпала, мы тоже обязательно, друзья, поиграем. Так, я сейчас вот так делаю, замечательно. Хотя нет, блин, друзья, хотел засейвить еще одного чувачка, но, к сожалению, не получилось. Но зато, я думаю, сейчас мы накопим много и много наших персонажей. Нам даже одного будет очень-очень даже хорошо. О, стоп. Что это такое? Стоп, друзья, я что-то не понял. А, смотрите, мы попали на какую-то горку. Стоп, серьезно? Так уровень, что ли, пройден? Офигеть, друзья, реально жесть. Так мы проходим уровень, получается. А это что это? Блин, а, стоп, в смысле? Как мне попасть? Во, наконец-таки, друзья, попал в тайминге, а то что-то вообще не мог нормально попасть. Но в итоге мы вот так берем и серьезно валим уровень на последнем моменте самом. Блин, друзья, да что ж такое-то? Вообще капец, тут надо такую реакцию жесткую. Ну ладно, постараемся, постараемся. И сразу же есть, друзья, замечательно. Еле-еле прошел я этот уровень, но реально он оказался довольно-таки таким сложным. Так, ладно, проходим следующий. Это уже у нас шестой получается, ничего себе. Смотрите, какой великан. Жесть, он даже не может перепрыгнуть через вот эти доски. Ну-ка, а вот так, ага, смотрите, друзья, опять я его потерял, но зато у нас следующий великан. В принципе, можно даже расслабиться, когда у нас такой великан. И воу, смотрите, а вот это выглядит очень даже странно, очень даже смешно. Так, великан, эх, блин, друзья, хотел засейвить нашего великана, но, к сожалению, пока что что-то он у меня не засейвился. Но зато мы прошли уровень, и у меня уже имеется, кстати, 103 монетки. Давайте мы тогда сейчас, естественно, перейдем сюда и попробуем выбить еще какого-нибудь прикольного персонажа. Кто же мне, интересно, попадется? Ого, вот такой прикольный ниндзя. Давайте тогда сейчас мы, естественно, сыграем за него, а потом мы сыграем за того персонажа, который у нас, друзья, самый первый открылся, то есть это какая-то девушка. Так, ну что же, мы тогда опять-таки накапливаем нашу вот эту башенку. У нас, смотрите, просто куча сейчас людей. Так, отличненько. И в итоге, офигеть, смотрите, какая огромная у нас стена. И, блин, серьезно, столько людей я сейчас потерял и играю просто тупо опять-таки за вот этого одиночного одинокенького ниндзя. Эх, друзья, очень жалко. Но ничего страшного, наша задача же все-таки не накопить, естественно, много человек, а просто тупо пройти наш уровень. Поэтому берем, вот так проходим и... Стоп, а в смысле? А почему я упал? Что за фигня, друзья? Я думал, я сейчас с разбега, наоборот, возьму так и перепрыгну всю вот эту площадку. Но в итоге, к сожалению, друзья, что-то я, ну, как-то просто тупо взял и упал. Так, ну ладно, проходим, друзья, уже 8-й уровень. Очень даже хорошо. Блин, в смысле? Она же не ударилась, она просто тупо встала на бревна. Даже, друзья, это считается
считается за проигрыш. Блин, я сейчас просто тупо взял и врезался в стену. Эх, вот, кстати, по сравнению с Кубсерфером, вот эта игрушка намного сложнее, потому что тут все-таки, друзья, важна реакция, а там как-то, друзья, было все полегче с этим делом. Так, ну ладно, мы продолжаем тогда дальше. В принципе, у нас видно то, что мы еще нормально проходим, ни одного человечка не потеряли, и в итоге, опа-на, смотрите, я даже еще одного засейвил, очень даже хорошо. Так, перепрыгиваю раз бревнышко. Кстати, у нас тут есть еще вот такие какие-то штуки. Да, смотрите, это, как я понял, ускорялка, да причем очень хорошая, потому что сейчас наша девушка просто взяла, сбила, получается, бревно, и ей вообще хоть бы что, друзья, было, то есть это, в принципе, очень даже хорошо. И опять я упал. Кажись, я понял, что нам надо делать, нам надо все-таки немножечко подождать, постоять, и только после этого уже стоит прыгать. Так, ну ладно, накапливаем опять-таки нашу башенку, давно у нас не было хороших таких башень. Так, отличненько, перепрыгиваем, и в итоге, друзья, кстати, это уже 9-й уровень, ничего себе, как все быстро у нас, друзья, происходит. Так, перепрыгиваем эту, плюс еще один человечек, замечательно, и в итоге у нас уже 5 человечков имеется. Блин, вот эту, конечно, я вообще, друзья, проворонил нашу башенку, ну ладно, окей, сейчас мы зато вот эту накапливаем, и сразу же 6 у нас уже человек, то есть, в принципе, отбабахали то, что потеряли. Во, теперь уже 9, слушайте, замечательно, и в итоге, опять-таки, мы просто тупо валим этот уровень. Стоп, серьезно? А что за фигня-то, друзья, мы же вроде прошли. Это как-то очень странно, я что-то не понял, почему мы завалили. Ладно, пытаемся еще разочек, либо нам надо было как-то вовремя нажать, чтобы наши человечки перепрыгнули на эту штуку, либо же у нас просто тупо не хватило наших человечков, именно само количество. Ну ладно, сейчас мы, друзья, это выясним. Я сейчас попробую в конце обязательно нажать, то есть подпрыгнуть, потому что мне кажется, что все-таки дело, наверное, больше было в этом, нежели в том, что я там как-то мало набрал человек. Ну смотрите, вот, много человек, и... А, смотрите, да-да, я должен был все-таки набрать достаточное количество человек, чтобы мы касались до той полосочки, а я в тот раз, друзья, не коснулся, и в этот раз тоже, поэтому сейчас мы должны точно взять и набрать максимальное количество человечка. Блин, не думал, что реально вот эта игрушка оказывается настолько такой прикольной, интересной и даже в каких-то моментах сложной. Это мне на самом деле, друзья, и нравится в ней. Так, ну что же, фигачим тогда еще. Так, замечательно, хорошо попали, блин. Опять-таки, друзья, одного персонажа я потерял. Есть, сейчас его так накапливаем. Хорошо, вот тут мы тоже не вороним. Замечательно. И теперь попадаем вот в этих, очень даже хорошо попали. И в итоге теперь мы, друзья, прошли этот уровень. И теперь все места у нас, друзья, заполнены на нашей карусели. И мы летим на следующий уровень. Кстати, 10 уровень, это у нас уже получается новая локация, новый вообще старт. Поэтому давайте тогда сейчас мы, естественно, будем с вами его проходить, блин. А вот это реально сложно. Каждый уровень, я смотрю, друзья, становится реально все сложнее и сложнее. Давайте мы тогда сейчас возьмем вот эту девушку, которая у нас выпала в начале игры, и посмотрим, насколько она хороша. Может быть, все-таки за нее мы будем лучше как-то играть? Нет, нет, смотрите, друзья, вообще не лучше. То есть, в принципе, все персонажи равны, и это на самом деле очень хорошо. Да что ж такое-то? Я просто тупо как-то, друзья, забываю про то, что нам надо вот на эту единичку обязательно прыгать, да ё-моё. То я раньше нажимаю, то я позже. Все, надо сосредоточиться. Так, замечательно, есть, хорошо. Так, теперь еще разочек. Ой, смотрите, друзья, все, вроде бы начал нормально соображать, и в итоге, да, мы теперь сейчас берем вот так, прыгаем, и прыгаем мы на 1 метр. Да, смотрите, теперь мы наконец-таки хотя бы немножечко заработали денег, а то последний уровень что-то у нас вообще, друзья, без денег, и это на самом деле не очень круто. Так, окей, мы тогда сейчас накапливаем сразу двух вот этих громил, очень даже хорошо. Теперь тогда мы прыгаем вот так, и, блин, все, опять-таки наши громилы просто тупо исчезают. Конечно, мне очень жалко терять этих громил, но по-другому, друзья, никак. Потому что они, друзья, защищают наших вот этих персонажей, тем самым просто тупо разбивая вот эти препятствия. Ну ладно, мы тогда проходим уже 12 уровень. Так, еще одна женщина. Воу, стоп, а вот это, друзья, подстава. Я сейчас подумал, что еще будут появляться вот эти блоки, но в итоге они не появились. Я немножечко потерял, опять-таки, наших людей. Так, что будут? Во, смотрите, появляется. Тут у нас вот как раз-таки в конце подстава, поэтому тут надо всегда вовремя, друзья, прыгать. Так, ой-ой-ой-ой, опять, смотрите, друзья, поймала меня игра на этом. И в итоге, стоп, серьезно? Серьезно? Мы должны попасть вот на эту огромную линию. Нам надо сразу же, друзья, вот так ловко прям прыгать и, естественно, попадать хорошо в тайминги наши. Оп, тут я уже немножечко начинаю, друзья, выучивать нашу карту. Замечательно. Тут мы прыгаем, и в итоге тут еще прыгаем. И где-то тут у нас уже начнутся опять, да, вот эти зыбучие пески. Мы их перепрыгиваем. Тут тоже вроде, друзья, надо только внизу перепрыгнуть, то есть в конце. Во, а вот тут у нас вот так. В принципе, друзья, смотрите, потихонечку выучиваю нашу карту. И в итоге теперь, наконец-таки, мы прыгаем.
прошли этот уровень. Ну, на самом деле, он реально был довольно-таки жесткий. Ну, особенно в конце, потому что финиш там был реально очень высокий. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжение, напишите обязательно в комментариях, также наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!